Привет, на канале Жоржа Ватьера. Меня водители купили киндер. Мы будем его... Открывать. Киндер как называется? Ну покажи, миньоны. Что написано. Киндер миньоны. Что тебе хочется, чтобы там попалось? Стюарт. Что ты заказывал? Стюарт? Да. Кто это такой? Кевин. Не Кевин, а... Вот он на гитаре играет. Это самый главный миньон? Да. Валя же свой киндер открыла, да? Какой у нее киндер был? Маша-медведь. Киндер Маша-медведь. У Тёмы киндер миньоны, да? Что ж там попалось, интересно? Какая-то палочка. Вот и мальчик какой. Ну что это такое, интересно? Что это такое? Тут еще что-то. Есть инструкции. Это не инструкция. Какая-то инструкция. Схема сборки. Угу. Покажи. Вот такое мне попалось. Штылятины. Стрелятельный? Да. Это крутой мальчик. Это... Ага. Как называется? А, миньоны. Так его собирать надо. Смотрим, как же надо собирать. Здесь есть ноги, да? Отдельно. Отдельно. Ноги. Что еще там есть? Туловище. Туловище. Голова там на туловище? Да. Соединяем. Вот мальчик получился. Что у него? Буквы надо оставлять. Так, вот это, наверное, сюда. Это пушка. У него какая-то пушка крутая. Вот так вот стрелять. Это его пушка. Вот так вот стрелять. Так, она стреляет. А куда ее нужно вставлять, эту пушку? Ему в руку. Ну так, что там есть? Рука есть у него или нет? Есть. Так вот вставлять, что ли? Там у него на животике, видишь, есть дырочка. Дырочка? А, надо вставлять. И в нее вставляется это оружие. Нет. Как? Вот так вот? Посмотри, как она лучше, чтобы он в руках был. Автомат у нее, это автомат крутой. Посмотри по схеме. Вот так вот будет. Вот так? Мне кажется, что немножко не так. Подожди. Вот оружие. Вставляется оно в эту дырочку у него. Она. Одна. Вот так плотненько. Раз. Ой. Ну, Тёма, попробуй. Судя по схеме, судя по схеме, оружие у него, вот, Тёма уже разобрался. Должно быть в руках. Вот. Это крутой. Кто это крутой? Мальчик вот такой. Крутой мальчик вот такой. Он стреляет, интересно. Какой-то интересный артист. Так, и есть куча карточек, да? Я их не буду открывать. Угу. Мы потом их посмотрим. Мишени. Там мишени, чтобы он не стрелял. Угу. Тебе понравился подарок? Да. Шоколадку мы скушаем. А это что? А игрушками будем... Играть. Играть. Что она говорит детям? Ставь лайк и подписывайся на канал Жоржа Ватьера. Всем пока.